Планируете встречу с друзьями и ищите недорогие и простые закуски к пиву? Один очень классный вариант как раз представляю вашему вниманию. Сытно, быстро, аппетитно и пикантно. Рекомендую запомнить. Перед вами детальный рассказ о том, как приготовить гренки из черного хлеба с сыром и чесноком, с пошаговыми фотографиями. Весь процесс не займет и 10 минут, так что этот рецепт палочка-выручалочка. Когда гости уже на пороге, подавать к столу такие греночки можно с домашним соусом на основе майонеза или сметаны, например. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Хлеб нарежьте небольшими брусочками. 2. Выложите на сковороду и подсушите со всех сторон, можно использовать и духовку. 3. За это время очистите чеснок и пропустите через пресс, выложите его в небольшую мисочку, добавьте немного растительного масла без запаха, перемешайте. 4. Горячие гренки снимите, быстро промажьте чесночным маслом и присыпьте тертым сыром. Если сыр не успел расплавиться от температуры гренок, отправьте на несколько секунд гренки в микроволновку. Жду ваших лайков и комментариев. Вкусняшки, подписавшимся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Хлеб, 3 ломтика. Растительное масло, 2 столовые ложки. Чеснок, по вкусу. Сыр, 50 грамм. Количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Заходите снова.